Поменяли все, в первую очередь внешний облик, ремонт фасада, изменения в кабинетах, современное оборудование и детская зона. В данный момент я жду приема у специалиста, и мне очень удобно, комфортно, потому что ребенок занят. Вопрос у нас такой, что без ребенка я не могу прийти. Здесь, конечно, стало очень красиво, очень приятно находиться. Помощь не только безработным, но и бизнесу – главная новинка центра после перезагрузки. Здесь теперь целый комплекс услуг, решают конкретные случаи по поиску работы и помогают тем, кто эту работу может предоставить. Для предпринимателей программы создания малого предприятия и инвестиционный проект. Ежегодно численность предприятий, организаций, учреждений, регистрируемых в городе Набережные Челны, по данным Федеральной налоговой службы, увеличивается. Никакого оттока бизнеса из города нет. Это приток бизнеса. Количество малых предприятий увеличивается. Сегодня в Челнах на бирже труда зарегистрированы 1200 человек, вакансий 4200. Обновленный центр теперь один из самых крупных в стране. Еще это первый преобразованный кадровый центр в России. На это потратили 39 миллионов рублей по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Такие изменения планируют еще в 16 регионах. Вероника Ганудинова, Лилия Гатина, Ленар Султанов, ТНВ. Набережные Челны. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.